Мы купили медогонку. Медогонка называется медогонка Грановского. Вот от компании Бипром. Бипром. Мы его еще не пробовали. Не сталкивались с такой медогонкой. Объем очень большой. Характеристику я вам потом все объясню, все расскажу. Вот оставшиеся запчасти. Это двигателя, наверное, там. Не знаю, что там находится. Мы еще его не открывали. Вот так привезли на прицепе. И вот так стоит. Сейчас я хочу его вот об решетку снять полностью. Вот размеры тоже упаковки. Это, наверное, 130, 110 на 104. Вот такие большие размеры. Вот мы его вытащили. Объем, большой объем. Бомба, честно говоря. Мы его распакуем, посмотрим внутренние части.
На пульте управления здесь, видите, плюс-минус, это, наверное, скорость увеличивает, не знаю. Это стоп. Сейчас включим, посмотрим. Это что, режим? Время 2 минуты 50. 2,5. Скорость 200. А, скорость можно увеличить 205, но пока 200 оставим. Дальше. Реверс автомат. Он туда и обратно сам крутит. Сейчас посмотрим, ручной. Автомат, автомат оставим. Дальше. Сигнал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, 9. 3 показано, 3 значит. Тогда готово будет, наверное, идет. Дальше. И стоп-цикл. Здесь, наверное, старт. Гонка сейчас взлетит. Вот у нас время осталось 13 секунд первого цикла из двух. Сейчас он обратно будет крутиться. Я его держу, чтобы он не взлетел. Такое ощущение, как будто он сейчас взлетит у меня. Даже такое ощущение, что как будто он со мной вместе взлетит. Вот первый цикл закончился. Вот. Сейчас тормоз. Тормоз. И второй цикл 200. Вот, покажи. Вот. Второй цикл. Идет обратно. Вот, набирает, набирает. Сейчас подержу, чтобы не взлетел. Не дай бог, если рука попадется туда. Вместе с рукой человека забьет. Вот второй цикл закончит, осталось у нас 6 секунд. Сейчас посмотрим, как он будет тормозить. Вот. Все, когда останавливается, видите? Тормоз. Тоже включил. Тормозные колодки надо менять. Шумят они. Китайские, наверное, стоят там. Вот. Второй цикл тоже закончился, сигнал, все, стоп. Медогонка хорошая. Когда она пустая, хорошо работает. А когда с медом, это надо проверить, посмотреть. Вот это тоже хорошо. Вот сюда касаются к портам, к сетке, рамки. И не дает разорваться рамкам. Сейчас мы эту ножку тоже поставим. Эту ножку мы забыли поставить. Thank you.
называется огроменная медогонка. Где-то 70 идет высоты от дна вот до верхушки и где-то метр ширины. Здесь идет вот такой пульт. И от рамки 8 рамок помещается. Автомат идет медогонка. Сейчас дадим рамки, мы поставили, команду дадим, установим. Для начала сперва вот у нас здесь меню, наше меню. Вот сейчас установим, здесь у нас 3 минуты стоит. Сейчас сделаем минуту, это у нас обороты. Обороты тоже сделаем 100 оборотов скорости. Это только что я рамки поставил. Когда идет в одних рамках мало меда, в других больше, здесь медогонка начинает дрожать. Чтобы этого не было, сперва я включаю на малых оборотах, а потом, когда и эта сторона, и другая сторона чуть-чуть освобождается в рамок, потом обороты увеличиваем. Но я вам покажу, когда буду увеличивать обороты тоже, как он работает. А так, если сразу на больших оборотах, он начинает трясти и подпрыгивает. Потому что не одинаковый, нету баланса в рамках. Если все одинаковые рамки будут, но такого невозможно. Если будут все такие одинаковые, то баланс будет, он прыгать не будет. Дальше, вот мы уже команду дали. Стоп. Цикл один идет. Ну, два цикла. Это у нас получается... Мы можем или сюда нажать на кнопку, или сюда, разницы нету. Мы если сюда нажмем на кнопку, он будет в этом направлении крутиться в течение минуты, а потом остановится и обратно пойдет. Обратно будет крутиться автоматом все. А если сюда нажмем, он в этом сторону, в эту сторону будет крутиться, а потом остановится и в обратном сторону. Так что два цикла. Можно три цикла тоже сделать. Ну, два цикла нам достаточно. Сейчас мы включим и посмотрим, что дальше будет происходить. Вот, давайте нажмем сюда. Вот, открываем крышечку. Видите, крутится. Рамки, видите, на бок идут рамки. Прижимаются к стенке и начинает сдавливать. Вот стенка ударяется, если вы видите. Небольшие капли. Обороты, когда увеличим, там еще больше будет. Набирается у нас мед. На дне где-то говорят, я точно не знаю, не мерил, не проверял, 90 килограммов, говорит, помещается. Не знаю, может быть, помещается, может нет, лично сам не проверял, не знаю. Вот потихоньку удавливается. А здесь у нас остановка двигателя, тормозит он. Вот. Вот, остановился через минуту. И сейчас пойдет обратный ход. Вот обратный ход пошел. Вот, выдавливается в обратную сторону тоже. Крутится. Видите, здесь на меню написано на 100 оборотов. 7 секунд осталось для остановки и 2 цикла. Сейчас вот, через 2 секунды он остановится. Вот. Сигнал тоже дает. Остановка двигателя. Тормоз. Вот тормозит. Все, два цикла прошли. И вот у нас на дисплее стоит стоп. Цикл, два цикла. После того, как он полностью у нас остановится, мы берем здесь. Опять-таки меню заходим. Увеличим время до 3 минут. Дальше скорость увеличим. Там максимально идет 250. Максимально не надо ставить, потому что когда максимально ставит, она нагревается. После того, как он откачивает, он тормозить не может, как он нагревается. Поэтому 230 достаточно. После, когда устанавливаем 230, он может и тормозить,
И все как положено. И не нагревается пульт. Поставили 230, все, стоп, нажимаем. Но здесь меню еще много чего. Вот циклы можно увеличить, можно уменьшить. Вот дальше идет еще время, скорость, режим автомат или ручной. Вот ручной или автомат. Дальше. Это получается автомат. Это мы можем в одну сторону ручной, если поставим, один круг он сделает, остановится, а потом второй круг включить можем. А автомат, он и туда, и обратно сам крутится. Сигнал, два сигнала можно, 3, 4, 5, короче, много сигналов можно дать. Нам два сигнала достаточно. Дальше идем. И все. Вот меню у нас такое. Сейчас вот мы установили, у нас получается время 3 минуты и скорость 230. Нажимаем на стоп. Вот главный стоп. Два цикла идет. Сейчас нажимаем на эту стрелочку. Вот нажимаем. Видите, цикл все показывает. И он начинает крутиться. Вот он у нас крутится. Видите, когда обороты большие, он сильно же. Но хорошо, вот когда идет два цикла, он у нас этот не шатается. Эта гонка не подпрыгивает. Сейчас в течение 3 минут он будет крутиться и этот, и откачивать мед. Вот здесь показывает на дисплее цикл первый, второй цикл еще не включили, 230 оборотов и 2 минуты осталось до остановки. Ну, я сейчас небольшую паузу сделаю, потом, когда обратный процесс начнется, я включу. Вот у нас осталось 7 секунд до остановки. Первый цикл идет. Сейчас он остановится. Остановка двигателя. Вот. Тормоз. Поставим на утока. О, остановился и обратно пошел. Обратно крутится. И здесь на дисплее показывает второй цикл 3 минуты и 230 оборотов. Так-то медогонка, я доволен. Хорошая медогонка. С ним практически можно сидеть и отдыхать. А чем ручной медогонка, или который сам установил двигатель, это маленький трехрамочный, ручные, это очень тяжело с ними. А с этим автоматом легко. Здесь и крутить ничего не надо, рамки. А там надо рамки все время крутить. Вытаскивать, крутить. Рамки все время надо крутить. Поэтому тяжело. А здесь ничего не надо крутить. Поставил рамки, дал команду и сиди, смотри, жди. Потом вытаскиваешь. Вот второй цикл тоже закончился. У нас вот останавливается, он постепенно останавливается. Эти рамки растягиваются. Все. Вот рамки приняли свое исходное положение. Вот снизу мед, тут рамки. А сверху крышечка для безопасности.